Полиция Мальты задержала Кита Шимбри, влиятельного политика в команде бывшего премьер-министра республики Джозефа Муската. Мужчину обвиняют в отмывании денег и взятках при продаже так называемых «золотых паспортов» состоятельным иностранцам. Кита Шимбри ранее обвинял в коррупции репортер и блогер Дафна Каруана Галице. Женщина была убита 3 года назад. Предполагалось, в частности, что Шимбри получил взятки на сумму 100 тысяч евро от продажи паспортов 3 гражданам России. Программа индивидуального инвестора Мальты, в рамках которой можно было приобрести мальтийский паспорт в обмен на инвестиции, начала действовать в 2014 году. Каруана Галиция опубликовала в своем блоге несколько расследований коррупционных схем. Шимбри покинул свой пост незадолго до отставки Муската, произошедшей в январе на фоне скандала вокруг расследования убийства репортера. Осенью прошлого года был арестован близкий друг Шимбри, бизнесмен Йорген Феник. Последнего обвинили в причастности к организации взрыва автомобиля «Дафны». Феник, имя которого фигурировало в материалах журналистки о коррупционных связях экс-премьера Муската, отрицает причастность к ее гибели. Дафна Каруана Галиция погибла 16 октября 2017 года. Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал убийство журналистки позором для европейских ценностей и верховенства закона.